I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я думаю, многие из вас задумывались над тем, какое освещение подобрать для своего аквариума с растениями. Или же, скажем, какое освещение сделать для своего фитофильтра. Так вот, друзья мои, сегодня в этом видео речь как раз и пойдет об вот таких вот LED-сборочках, предназначенных именно для растений. Как ими пользоваться и как их собирать, и что нужно для того, чтобы собрать вот такую вот сборочку в полноценный светильник, вы увидите в дальше видео. Итак, поехали! Как вы поняли, сегодня речь пойдет о вот таких вот LED-сборках от компании AquaXer, которые предназначены для аквариумов с растениями, для освещения фитофильтров и вообще для применения в любых бытовых условиях для подсвечивания растений и создавания природного спектра свечения. Сегодня у меня вот такие вот две сборочки. Заказала их для того, чтобы... в первую очередь цена-то копеечная, и для себя просто хотелось разобраться наконец-то с LED-светильниками для травников, потому что, как вы все знаете, я уже когда-то говорил, что все-таки планирую запускать травник и планирую запускать полюдариум, да и в принципе фитофильтр вот такими вот диодами тоже можно смело подсвечивать. Так, друзья мои, давайте посмотрим. Сейчас у меня в руках сборочка, значит, вот эта 30-ваттная сборочка, она уже идет полностью с драйверами совсем. Единственное, что к ней вам надо будет подпаять питание. Никаких блоков питания дополнительно не нужно. Просто 222 проводка подпаиваем. На эту сторону обязательно нужно будет прицепить алюминиевый радиатор, так как сборочка, я уже ее проверял, она достаточно сильно греется. И, возможно, даже установка кулера. Но это уже все по желанию и, конечно же, по кошельку. Данная сборка у нас идет, вот как вы видите, не знаю, видно вам будет на видео, не видно. Значит, 2800-3200 кельвинов. Это очень мягкое, теплое свечение. Мне лично свечение вот этой сборки очень понравилось. И я бы сказал так, что в травниках, в принципе, кроме нее, вообще можно больше ничего не использовать. Но, к сожалению, угол рассеивания то ли 120, то ли 140 градусов. Ну вот сюда вот по-любому нужно будет ставить какой-то там стеклянный, либо пластиковый рефлектор, для того, чтобы хорошо рассеивалось освещение по всему аквариуму. Либо же подбирать несколько вот таких вот сборочек. Давайте сейчас я ее подключу. Все это дело достаточно так кустарно. Вы у себя дома, пожалуйста, не повторяйте то, что я сейчас делаю, потому что может током ударить. Так что вот, подсоединяем два проводка и поехали. Друзья мои, вот чтобы вы понимали, как светит эта сборочка. Очень красивое, мягкое свечение. К сожалению, камера вам не передает всего этого, потому что очень бликует. Но вот как-то так, чтобы вы понимали, как она светит. То есть, сейчас вот я поднял ее где-то сантиметров 60 над столом. И как вы видите, все прекрасно, вот весь стол прекрасно освечивается. Вот смотрите, я чуть-чуть подсветил, да, и она уже горячая, ну такая, руками ее держать уже печет.
Значит, применять вот такую сборку можно смело в травниках. Главное подобрать правильную мощность освещения, чтобы не было переизбытка, чтобы не полезли водоросли. И ее также можно применять в фитофильтрах. Значит, и другая, друзья мои, сборочка того же производителя, фирма Aquaxer, тоже 30 Вт. Но здесь у нас идет синий и красный спектр в этом диоде. Аналогично, просто подпаиваем два проводка, ничего больше здесь делать не надо. Все это напрямую подключается в сеть. И сейчас я вам подключу его, чтобы вы посмотрели, как он светит. Вот такой вот, друзья мои, фиолетовый свет. Дело в том, что растениям как раз и нужен. Растения как раз они и усваивают вот этот спектр. А зеленые и все остальные они не усваивают. Поэтому если вы подберете сборочку вот такую для своего аквариума, я думаю, что она вполне имеет право на жизнь. Ну а если вот речь идет, например, о фитофильтре, то, друзья мои, я думаю, это как раз самое оно для того, чтобы ваши растения прекрасно себя чувствовали, росли и радовали глаз. Значит, ссылочки, где я покупал вот такие сборочки, я оставлю внизу под видео. Сразу скажу, цена копеечная. То есть это не отдельный какой-то там продукт, да, это фактически сборки для того, чтобы делать уже самому себе светильники. Если вы хотите, например, делать светильник под фитофильтр, либо под аквариум, вам в обязательном порядке понадобится радиатор алюминиевый, возможно, вам еще понадобится установка кулера дополнительного. И, как я уже говорил, сверху это все закрыть стеклом, а лучше рефлекторным стеклом, для того, чтобы улучшить рассеивание света. Что ж, друзья, если вам понравился этот обзор, если это видео вам было полезно, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. С вами был Андрей Зубкевич. Всем пока и до новых встреч!